Так, мы вроде как вернули. Лиси тут мне показывают красивые картиночки. Да, если что, игра сама закрылась. А, ну как я понимаю, это приснилось Ника. Да, котик, я все еще здесь. Блин, очень интересная реализация. На самом деле, я вот сейчас смотрю на все это и подозреваю, что это уже не RPG Maker. Ну да, в каком мире я живу? Секрет. Не скажу я тебе же. Солнце есть, правда, мы его не часто видим у нас-то. И нет, я не живу в Питере. Ой, так и представляю, беру я такое солнце и сгораю нафиг. Я хотела бы спать ночью, но это не всегда. Да-да-да, я вот из тех людей, которые пытаются спать ночью, но это редко получается, потому что приходится работать. Да. Окей, мы идем дальше и пытаемся разобраться, что же нам делать. Наверх мы пойти не можем. Мы, может быть, можем зарулить в тот домик, с которого мы вышли. Правда, из какого домика мы вышли, я не помню уже. С того, который в локации пониже вот здесь, да? Да-да-да-да-да, вот здесь вот должен быть домик. Фигушки. Не знаю, может, пойдемте к камеру попробуем сломать этим прессом, который мы уже видели. Ну, типа, она развалится на кусочки, мы что-нибудь с ней сделаем. Привет, пресс. Давно не виделись. Я хочу кинуть в тебя, например, вот эту камеру. Не. Ладно. Давайте все подряд туда кидать. То есть... Ачивочка. Да, это я. Так. Нет. Бутылку мы туда уже пытались закинуть, да? Потому что мне хочется. Ладно, это не работает. Блин, мне все еще кажется, что камеру мы подобрали не просто так. Логично. Вот. У нас теперь есть объектив. Теперь мы можем его... Перфект. Просто перфект. Теперь мы идем. Идем. Мы. Мы. Идем. Робот. Робот, который мешает мне проходить эту игру. Мне не нравится этот робот. И вот сейчас мы берем эту пустую батарею и впихиваем.
что это логично. Блин, вот мой телефон так заряжался за 2 секунды. Угу. Батарея. Впихивай. Да? Да. Оно работает. Вау, мне тоже нравится. Так, не суй свои пальцы куда-нибудь попади. Это все очень просто. Чуваки ожили. Да, умница, ты это сделала. Блин, чуваки рады, чуваки ожили. Там еще, наверное, кто-то ожил, да? Давайте за него тоже порадуемся. Нет, здесь не за кого радоваться. Сорянчик. Слышь? Пускается. Ну, собственно, да, мы починили генератор. Теперь мы, наверное, можем сходить к той непонятной бабе. Не сработает, да? Ребят, ребят, вы живые. Я за тебя рада, чувак. Форма жизни. Привет, кошеный ублюдок. Робот-девочка, ты где? Где я тебя находила в прошлый раз? Там, по-моему, еще сидел такой грустный робот, и он был немножечко поломанным. Нет, не здесь. Но, по-моему, я на правильном пути. Да. И Мен-но. Привет. Точка обзора. Ок, спасибо. Не то чтобы была очень полезная информация, но все же. Эй, слышь, 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 смотри, что я сделала. Я починила все. Ты мной не гордишься, да? Я так хотела, чтобы ты была моей вайфу. Ну ладно. Звать-то тебя как вообще? Ребят, как ее звать, я не понимаю. Тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Говорит, куда девочка? Ну, собственно, у меня возникает вопрос. И чё? То есть мы запустили генератор. Мы починили роботов, которых можно было починить. И чё дальше-то? Может быть, там какие-то очистные сооружения заработали? Ну, типа, сейчас мы можем дышать в тех местах, где мы дышать раньше не могли. Да? Нет? Нет. Видимо, здесь нам все-таки нужен противогазик. Не сюда. Блин, вот за такие моменты, в виде вот таких вот лабиринтов, мне очень хочется убивать. Да, конечно, я понимаю, что это, ну, единственная возможность реализовать так пространство, но очень неудобное передвижение при этом становится прям вот очень. Мы с той стороны, кажется, не были, да? А мы с той стороны и не будем. Ну, блин.
что могло заработать здесь? М? Что здесь могло заработать? Этот робот не мог здесь заработать, потому что он дохлый. А этот робот мог. Скажи мне что-нибудь. Я за тебя рада, что ты функционируешь. Мне нужно, чтобы ты сказал мне, что делать дальше. Но никто не говорит. Все молчат, все думают, что так и все и должно быть. Вот тот чувак, который сидел, проживевший, может быть, он нам что-нибудь скажет? Привет. Ты функционируешь. Ты классный. Робот. Робот. Началось в колхозе утром. Так, ребят, ну я думаю, сейчас мы сохранимся. Если, конечно, сможем. Да? А, нет, кроватка не здесь. Кроватка дальше. Кроватка в той локации, из которой я только что сбежала. Кроватка, кроватка, кроватка. Да, вот она. Ты хочешь спать? Больше не сонная, конечно. Блин, спать надо в любой удобной ситуации. Ладно, насколько я понимаю, что если я сейчас закрою игру, она благополучно сохранится, и все с этим будет хорошо. Для тех, кто дожил до этого прекрасного момента, а именно до окончания этого видео, ну что, ребят, с 1 апреля я... Серьезно. Если вы думали, что я действительно займусь летсплеями, нет, нет. На игры у меня тем более нету времени, я пошутила. Большую часть времени я сижу сейчас и рисую, в основном заказы. Несколько из них совсем скоро будут на канале, так что не переживайте, канал пустовать не будет. Вот, ну, был, наверное, прикольный опыт, я посидела, поиграла в эту игру, я все равно ее пройду, потому что мне так-то она понравилась. Естественно, записывать я ее не буду, даже не просите. Еще раз с 1 апреля и удачи!